Межрегиональная поисковая экспедиция «Воронова-2022» началась в конце апреля. В течение 2 недель отряды студентов со всей России снимали сантиметр за сантиметром, чтобы отыскать останки солдат и личные вещи. В урочище Воронова проходили боевые действия с 1941 года в течение 3 лет. Здесь воевала 286-я Вологодская дивизия. Ребятам из Великого Устюга удалось найти предметы военного времени. В экспедиции я нашел ложку нашего солдата, и еще с командой мы нашли останки солдата, но мы не нашли медальона и не удалось раскрыть его личность. Вот. Это было очень обидно. Надеюсь, что в следующем году у нас все получится, мы найдем с командой медальон и либо личную вещь солдата и поможем родственникам. Условия проживания на территории бывшей деревни Воронова оказались непростые. Ребята ночевали в туристических палатках, обходились без привычных городских благ. Но, несмотря на все трудности, студенты проявили себя мужественно, не пропустили ни одного выхода на раскопки, получили огромный опыт, который пригодится в будущем. Поисковые все эти действия очень понравились. И работа со щупами, и с металлоискателями, и с лопаткой, и с ножом. То есть научились вот этому всему как бы, ну, не в совершенстве, но уже какие-то навыки есть. То есть в дальнейшем это направление неплохо бы развивать, я думаю, на базе нашего учебного заведения. Тем более руководство наше как бы поддерживает нас. Приобрели оборудование необходимое, и палатки, и спальные мешки, и металлоискатели. В общем-то, оказало нам всяческую поддержку. И там от Вологодских ребят мы тоже встретили теплый прием, то есть они нам во всем помогали, советовали. И вообще как бы со всей страны собрались очень много, вплоть до Якутии, Бурятии, вся Россия представлена была. То есть само по себе это движение, думаю, что носит очень большие перспективы. И дай бог, если оно у нас будет здесь все-таки развиваться. Результатом работы экспедиции стало захоронение с воинскими почестями останков около 100 бойцов на мемориале «Новая Малукса». Юным поисковикам вручили сертификаты об участии в межрегиональной поисковой экспедиции «Воронова-2022». В следующем году отряд многопрофильного колледжа «Легион» планирует снова выехать в Ленинградскую область, но уже большим составом. Наталья Вашевская, Антон Карев, телеканал «Русский Север».